Всем привет! Сегодня у нас гости. Весь день я с вами не встречалась, готовила весь день. Вот, значит, покажу, что приготовила. Вот это, вот, значит, закуска. Это я испекла блины, нажарила блинчиков. И внутри, значит, там начинка какая. Этот блинчик я смазывала сыром. И там у меня пережаренная курочка с грибами. Грибы с луком и курочка. И вот это все, значит, луковым перышком завязано. Узелочки такие блинные. Это салат на скорую руку. Здесь, значит, соленые огурчики, яйцо отварное, ветчина, можно рыбную консерву, кукурузка. И опять все это повторяется. Между всеми, значит, вот этими слоями идет майонез и украшено укропчиком, и это будет очень-очень вкусно. Дальше у нас, значит, идут бутерброды со шпротами. Это, значит, я брала здесь ржаной хлебушек, вот, на сухой сковороде я его обжаривала с двух сторон, затем смазывала творожным сыром, ломтик огурца, две шпротинки, и сверху украсила, опять же, укропчиком. Дальше у нас идут фаршированные грибочки. Грибы, это значит здесь фарш и грибные ножки с луком. И сверху сырная шапочка. Вот это я сегодня, значит, пекла. Это такие фуршетные пирожки. Вот они маленькие-маленькие пирожочки. И, значит, здесь, ну вот у нас гости так любят. Здесь капуста. Внутри капуста с грибами. Это в духовке печенье, тесто песочное. И очень-очень вкусно. Их, знаете, их даже вот только доносишь и вот касаешься их, да, зубами. И они рассыпаются буквально. Очень вкусные пирожки. Вот. Это идет вот этот румынский дроп я делала. Я вам его вот только недавно показывала. Вот так вот он, еще раз показываю, в разрезе смотрится. Вот так. Горячее блюдо у меня еще в духовке. У меня свинина там с ананасами. Я отбивала свиные, значит, кусочки свинины. И под ананасами, и сырной корочкой опять же. И еще на десерт я приготовила... Сделала немецкий штоллен, это очень вкусный десерт. И плюс ко всему, точно такие же сделала пирожки, только внутри творог с изюмом. Это очень-очень тоже вкусно. Вот такой вот стол у нас получился. Горячее блюдо просто еще находится в духовочке. А так вот закусочки вот такие вот у нас получились. Вот так. Всем пока-пока. А нам хорошего вечера.